Единственное, что, знаете, не пиздите на меня, потому что здесь должно было быть освещение дополнительное, тут темновато. И вот это вот бегущие, блядь, хуйни по бокам, вот эти вот полоски, которые вы можете видеть, это типа фон небольшой. Я из-за того, что камера показывает с небольшой частотой, человеческий глаз не видит это мерцание, но я что-нибудь придумаю с этим. А, да, я же типа еще и покрасился и постригся, блядь, чуваки, да. Ты кто, блядь? Я тот самый Владимир. Ну скажите, мне идет, чуваки? По-моему, еще охуеннее стало, чем было. Но я как-то повзрослел, знаете, у меня типа... Я состриг всю эту мошну по бокам и вроде бы похорошел чуть-чуть. Ну хрен его знает. Fuck, go back! Где здесь кнопка fuck, go back? Чего? Вы хотите рум-тур, наверное? Тут нехуй показывать, она мелкая. Типа, блять, вы, наверное, думаете, бля, сейчас, наверное, братишкин там на канал зальет, блять, рум-тур. Чуваки, нет, у меня рум-тур, вот, я, блядь, смотрю, и все, вот моя квартира. Она мелкая, блядь, она стоит хуйню вообще полную. Поэтому как-то так. Где-то уёбище, то уёбище переродилось в меня. Теперь вот эта, кстати, сцена будет постоянно. Я объясняю, почему ее раньше не было, почему, блядь, я постоянно сидел как долбоёб, блядь, в этом формате, в формате вот этом. Это, блядь, прошлый век. Теперь у меня есть полная камера для того, чтобы... Да потому что я комплексовал, блядь, на тему того, что у меня кожа, блядь, хуёвая, чуваки. Прикиньте. Сейчас мне похуй стало как-то, не знаю. Мне похуй стало максимально. Так, давайте покажу, чё. Значит так. Сейчас я подрублю уёбищную веб-камеру. Она мега уёбищная, поэтому придется ее терпеть. Потому что, блядь, ну только с нее я могу показать с вебки. Вебка у меня сейчас подключена вообще в передний слот. Да-да-да. Добавить существующее устройство видеозахвата. Бам. Так, короче. Смотрим, нахуй. Это мое рабочее место. Но видите, она со светом какая-то хуй... Сейчас, погодите, я сейчас сделаю кое-что. Ну-ка. Ну-ка. Устройство захвата, свойства, настройки видео... Управление камерой, компенсация, низкая свет. Сейчас будет лагать, короче, но это лучше, чем будет. Сейчас я издалека покажу, блядь. Короче, рабочее место реально четкое. Я покажу. Ну как? Видите, вот первый раз, когда что-то... Да что-то могу показать, блядь. Fuck, go back. Ну, комп-то это так и выглядел, просто вы не видели, как это все пашет. Тюнинг, блядь. Ну, там срач небольшой, и диван обычно складывается. И вот эта хуйня здесь стоит. Но не обращайте внимания, ее скоро вынесут отсюда. Это лестница, если что. Что вам рассказать еще? Наркоман, бля, ну это хата мечты. Короче, здесь, прикиньте, здесь компьютер включается и выключается, а это меняет подсветку. И мне нравится вот это. Мы же на Твиче, поэтому норм. Вот так пиже. Как-то так. Теперь. Где моя мышка? Киньте, на эту хуйню показываю. Так, ща пригоню. Фак. Ну короче, вот, это типа VR. Я не буду остальные две коробки тащить, поэтому поверьте мне на слово, что там еще одни стоят две коробки, поэтому это один из. Я его не открывал, если что. Система виртуальной реальности Vive Pro. Поэтому, что за смарт написано? Поэтому, чуваки, надо будет железобетон в Инстаграме разыгрывать. И я не умею в Инстаграме ничего разыгрывать. Но это не будет в формате гива, это будет в формате от меня. А потом, может быть, и гив какой-нибудь сделаем. Так, короче, первое, что мы будем разыгрывать. Блять, как бы мне разыграть? Я бы хотел один на Твиче разыграть, один в ВК-паблике, один в Инстаграме. Сразу три, чтобы было.
Девушку зови. Я сейчас тут один, но в скором времени. Вон, у меня пуфик есть. Красный вот этот вот, вот вы увидите. Я думаю, туда сам сяду, блядь, ее посажу здесь, посмотрю, как она будет стримить. Так что, блядь, я вообще за все базары ответил, получается, между прочим. Все, за мной нет должков. За мной нет должков. Бля, я так рад, чуваки. Вот сидят, смотрят там 20 с чем-то там тысяч человек, я не знаю. А чё вы смотрите, я не пойму. Тут ничего не происходит, я просто болтаю. Чуваки, скучали, скажите честно, я да. Я да. Сколько ж видосов понавыходило, пока я тут сидел? Сколько ж видосов понавыходило? А хейтеры, наверное, такие, бля. Вот, короче, у меня все тут с пультов, блядь, поэтому у меня свет так включается. Ну, это пиздец, я его там могу регулировать. Ща, погодьте. Блять, какой бы сделать-то его? Ай, в принципе, похуй. Так пиже, да? Вот так пиже атмосферник как-то. Я и говорю, вот так теперь буду все время стримить.